Всем хайюшки, ребят, с вами был Геймс. И сегодня я буду стараться набить себе как можно больше ударов в аркадном автомате и наконец-то победить аркадный автомат. В реальности я, конечно, пробовал. Это достаточно тяжело, я не смог, никак не смог. Не смог ничего сделать с вот этим вот. 2+25%. У меня суточка силы, смотри, хорошо могу. Она мне ничего не дает больше силы. Подожди, она мне не дает больше силы. Вы понимаете, что не дает мне ничего больше силы? Да, вращайся. О, 250 сразу. 500 силы. Давай еще кинем. Чего? Ребят, я что-то не понимаю, в чем смысл. Это, типа, я очень слабый. Опа, кот обыкновенный, ничего не выпало мне сегодня интересного. И еще один кот обыкновенный. Давай, все, уходи. Домашних питомцев. Лучше хоть переводим. У меня два котика, я думаю, я... Мой рекорд и высокий балл 998. То есть нужно быть очень мощный. Быть. Давай пробуем. За меня пробуй. Раз, два, три. О, все, два. Че, плюс одну победы. Так слабый. По два, что ли? По три. Мама. А давай попробуем с ними поторговаться. Может, захочет кто. О, магаз. Он не захотел. Подожди, мне нужно снять. Не экипирую. Я хочу сейчас с кем-нибудь поторговаться с этим. Или с Дэном. Дэн, давай, с собой попробуем. Я не буду слонять, давай, пробуем. Кота могу предложить. Так он хочет бесплатно получить питомцев. А что совсем? Первый лыж. У меня уже скоро будет 1000. Не, награду какую дают. О, плюс 1000 сразу, чё? Еще одна, куда? Чё так много? Давай пробуем, у меня личный рекорд всего 3. Сейчас побьем все. Давай. О, 8, ура. Какая одна победа. Подожди, я хочу еще одну. А что будет, если я сюда зайду? У него же есть чего? Перчатки нужно покупать. У меня нету 5000, но у меня есть это нормальные перчаточки.
просто бью. Без моего помощи. Без моей помощи все бьют, знаешь? О, боже. Кстати, сколько возрождений нужно, чтобы побед? Что он нам дает в этой игре? У меня 2К пока есть. 4К! Ты чё, вообще бомба? Ай! 21! Плюс 2 победы, конечно, мощно. Попробуем еще раз. Что по 2 победы все дают? Мне раньше могли по 30 дать за один раз, а сейчас только и по 10. А сейчас что-то зармучили. Давай, 21. Не обязательно максимум набивать. Еще одна осталась. Я хочу очень классное яйцо выбить. Все, ребят, я покупаю дорогое яйцо за 50 уже. За 50. Не абы кто уже. Не абы кто вообще. Оп, цыпленок обыкновенный, нормально, сойдет. А сейчас как буду качаться по 9, вообще пошел. Значит, мне награду дают, призрак, это же еще один домашний питомец, он вообще еще лучше. Он X8 дает, чего? Нужно ранги увеличивать. По 19 без всего вообще. Ой, вип, подожди, извини, я не хочу випа. Я хочу вот так вот. Просто бей. Сезон 1 бесплатный. На квесты, что здесь время игры? Дети на нас не испытай свою силу. Яйца. Сейчас раз, а я еще не ударю. У меня уже 5К есть. По 38. Я просто мог здесь качаться 1 000 000 лет. О чем же станция? Сейчас мне ежедневную награду должны дать. Неудачно за питомец. Не получилось. Кстати, у меня 50 побед уже. Пацан что-то хочет бить. Прям посреди. 10К будет. Дай что-нибудь поречь. Эпический, это с каким шансом? 8 из 25. Игра вообще имба. Это мощно. На первый сезон это шоу. Вот ничего не надо. Бензинзатика так, что полетели. Сейчас я как ударю.
баллы. Да я сотки не набираю, вы о чем вообще? Меня наградуют. Просто река вообще мощь. Так это я еще раз могу еще раз кинуть. Попробовать. Так это что намного мощнее у меня. Да дайте мне кинуть. Восемь спять. О, магад. Ты что там 15-то есть? Что там за 15 есть? О, как раз эпически есть. Это поезд. Да не мешайте, вы дайте понабивать-то. Где пацан стоит? Я здесь буду стоять. Мы по 107 даем. Что за достижение? Потраченных робоксов нет. Нет. Общая мощность пока 18к. Смотри, я бы сейчас сделал перерождение, но у меня не хватит этой. Я думаю, ничего не хватит. Так, я пошел просто набивать. Вау, 126, мощный. Оу, 129, еще мощнее. Я, наверное, мне кажется, что просто отойду куда-нибудь. Просто поставлю на паузу вас. И за кадром просто он будет качаться у меня. Ну, потому что тут каким-нибудь качатом нужно быть. Встретиться еще раз. Скоро уже будет. Теперь, ребят, полетит. Делаем перерождение. Все, ребят, я сейчас, наверное, стенку оставлю куда-то. Я не знаю, насколько-нибудь. Он будет качаться здесь долго очень. Прям реально долго будет, я сейчас уйду куда-нибудь. И все. Ребят, пока что немного подождите, а я пойду куда-нибудь прогуляюсь. А что, оно, похоже, грузится, все не грузится. Короче, для вас пройдет как секунда, я буду 30 минут где-то сидеть где-нибудь, отдыхать. Так что, ребят, погнали. Все, ребята, я прождал много времени, и у меня уже 100к больше. Давай принимаем. И у меня больше 100к, вы серьезно? Я, чтобы вы понимали, монтировал, какая у тебя капибара на 8 марта. То есть я сейчас не сидел, не кликал. Я монтировал видео. Чего? Ты кто? Я почти смог выбить. Вы чего вообще? Какое перерождение 150 вообще? Я, наверное, пойду еще один видос монтировать, когда будет новая локация. И, кстати, по поводу локации, нужно поменять перчатки.
И награды еще. Оп, оп, оп. Цербера мне дали. Так, я же вообще сейчас буду. Прекрасно. Я уже одна кай. Могу себе имею сделать возрождение двойку. Всё! Я пошел монтировать еще один ролик, да? Получается. Ну все, ребят, я пошел монтировать еще один ролик. А что мне еще делать? Ребят, срочный вызов. Меня кто-то попросил на сделку. Да, я ему приложу вот этих двух питомцев. Он что-нибудь предлагает. Давай снимем тогда. Ты кто? Давай ему отдадим их, может. Ошибка. А, он ничего не дает теперь. Ладно, ребят, все, я полетел монтировать другой ролик. Ребята, прошло много времени, и у меня 500 000. Я снимал сейчас просто... Я делал еще одно видео для своего канала, конечно же. Я сейчас подам вам мощности. Да вот кто здесь главный мастер. Оу, oh, yeah. Все, погнали. Покупаем. У нас аркадный другой мир уже. И мне дают наконец-то питомца. Подожди, сколько я играю уже? А, не знаю. О, гад, а что мне здесь дали? А, тут с самого начала все начинается на этой локации. Только тут будет намного сложнее в несколько раз. А что там по перчаткам идет? По факту просто пойти, у меня достижения дали какие-то. Что по факту? Что по достижениям? А. Спасибо. 15 выигрышей лишними не бывают. Не, ну это, конечно, тяжело. Тяжелая игра достаточно. О боже, тут все очень дорого. Интересно, сколько здесь хватит моей силы-то? В этом артефакты есть. Что за артефакты? О, давай откроем. У меня хватит 5 раз ее открыть. О, пояс. 28% неплохо. Нет, повязка на голову. Оно мне не нужно. Еще одна повязка на голову. Оу, ну это самое. Вообще легкое. Все, погнали про... Что за оп-питомец? Мне не дают его. Мне не дают оп-питомца. Короче... Что? Я хочу сказать... Не... Подожди. Там какие-то следы могу покупать, но забирать. Перерождение. Нужно много кубков. О, и что там еще одно? Сейчас средств побед что-то мало. Что у нас по артефактам идет? Что я скафтить могу? Чего? Подожди, подожди, отменяю. А куда все остальное делось? А у меня артефакты пропали, прикиньте, а? Хрысы.
Кстати, я перерождаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят. Всем пока.